Всем привет, друзья! Сегодня я покажу, как добраться на машине до болота, где растет золотое и зомби-дерево. И все это без постройки мостов на своей базе, а также без использования читов. Прежде чем мы перейдем к самому способу, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Приятного просмотра! Начнем с подготовки. Для данного способа нам понадобится купить 3 упаковки с динамитом. Отправляемся на соседний остров, по пути оплачиваем 100 долларов за проезд по мосту и держим путь в сторону хижины Боба. Берем динамит и покупаем его, потратив 660 монет. Это первые наши расходы на сегодня, если не учитывать покупку топора, ведь он у нас уже есть. Остается вернуться на базу, взять машину с прицепом и выкинуть ненужные вещи, дабы случайно их не потерять. Вот я уже перенес купленный динамит. Садимся в машину и отправляемся в сторону вулкана. Ну а пока мы едем, на экране ты можешь увидеть победителей прошлого конкурса. Если что, смотри ролик до конца, ведь там снова розыгрыш. Вот мы и добрались до туннеля, который ведет в жерло вулкана. Временно отцепляем прицеп и едем на самый верх. Стараемся не напороться на камни, которые летят сверху, иначе с большой вероятностью улетим вниз. Далее подъезжаем к обрыву, вытаскиваем динамит и скидываем его в сторону небольшой впадины. Машину в это время отправляем вниз, прицепом, а сами продолжаем путь к впадине. Не забываем постоянно подтаскивать динамит за собой. Остается расположить взрывчатку по центру плиты. Сжигаем и быстрее отходим. На удивление получилось с первого раза. Каменная плита скатилась вниз. Остается лишь аккуратно спуститься и забрать нашу машину, после чего отправиться в сторону болота. В принципе, самое трудное теперь позади. Едем прямо, стараясь не упасть с образовавшегося моста. Далее нас ждут крутые склоны и серпантины. В данном случае лишь бы не запутаться, поскольку можно в любой момент свернуть не в ту сторону. Вот мы и добрались до болота. Теперь смело начинаем рубить деревья. Такого количества, я думаю, хватит. Возвращаемся на начальную локацию тем же способом, как и заезжали сюда. Думаю, мои комментарии излишни, поэтому поедем просто под музыку. Наконец-то я добрался до своей базы. Теперь все срубленное дерево можно переработать и продать возле магазина Woodruss. Естественно, я этим заниматься не буду, поскольку и так понятно, что мы окупили все затраты и вышли даже в плюс. Но сейчас небольшая рекламка моего Discord сервера. Здесь ты сможешь приобрести любую базу с вещами на свой вкус. Игровую валюту, топоры, подарки и другие игровые предметы по очень низким ценам. Для покупки зайди в канал «Сделка», пролистай вверх и нажми на кнопочку «Создать тикет». После чего перейди в создавшийся чат и напиши нам, что бы хотел купить. Помимо этого, скоро начнется конкурс на 3 призовых места, где можно будет выиграть целую базу. Ссылку на Discord сервер вы найдете в описании. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока-пока.